Контрольно-пропускной пункт Суджа был открыт после реконструкции в 2013 году. За сутки его пересекают около 250 транспортных средств. С той стороны пассажиропоток представлен гражданами Украины, Молдавии и Среднеазиатских республик. Всех нужно тщательно досмотреть, при этом не занимая много времени. Такая возможность у пограничников есть. Пункт пропуска оснащен по последнему современному слову техники, имеет программно-технические комплексы паспортного контроля. Весь пункт пропуска оборудован комплексной системой безопасности, которая позволяет контролировать режим в пункте пропуска. Только за этот год на КПП было задержано более 30 человек, которые пытались пересечь границу по поддельным документам. Роману Старовойту продемонстрировали технические новинки. С их помощью находят запрещенные вещества и предметы. Еще одно чудо техники – комплекс, который всего за пару минут просвечивает фуру, выявляя любые тайники. Глава региона признал, на Курском направлении российская граница на замке. Очевидно, что это один из самых современных пунктов пропуска, который есть в Российской Федерации. Другое дело, что он по понятным причинам работает не на полную мощность сегодня, порядка 30% мощностей, которые он имеет по проекту, использует. Поэтому дополнительного обустройства вряд ли требуется. Основная часть рабочего совещания по понятным причинам прошла в закрытом режиме. Александр Юров, Алексей Еременко, телеканал «Сейм».